Солист группы «Вива» Александр Балыков. Друзья, тебе говорили, что ты похож на Бена Аффлека? Да, мне иногда говорят. Знаете, честно говоря, мы сегодня столько песен поем, и я на протяжении передачи понял, что я их всех знаю наизусть. И, пожалуй, это благодаря моим родителям, в том числе. Папа играл на баяне, просто мог подобрать, так же, как и вы, абсолютно любую песню, с лету, с ходу. Через 5 минут брал гитару, играл на гитаре. Гармошки здесь нет? Мама, поступив в педагогический институт в Горно-Алтайске, да, такая мода была, она была невероятной красоты. Это видно. И как это ни странно, учась на учителя математики, она играла в Горно-Алтайске в ВИА, в местном. И они были местными звездами, они собирали стадионы, они участвовали во всех мероприятиях, на всех городских праздниках. Она играла на ионике. После того, как они поженились, их отправили работать по распределению. Они попали в Челябинск. Я родился в Челябинске, и там был местный вокальный ансамбль «Ариэль». И вот мама с папой рассказывали, что таких грандиозных шоу, стадионных, по 30, по 40 тысяч человек собиралось, такого не было. Они говорят, до сих пор мы не можем вспомнить такого фурора, когда, как собирали вот вокально-инструментальные ансамбли. Что споем сегодня? Споем, знаете, такую песню. Чем она мне запомнилась? Конечно же, всегда мы собирались у нас дома, потому что папа заводила, папа собирал всех родственников. Бабушки с дедушками любили русские народные песни. Был пик просто, все кричали громче всего, самые веселые песни. Кто-то один, а точнее мама говорила, а давайте теперь красиво споем тихонечко, шепотом. И вот на этом контрасте песня «Там, где клен шумит» открывалась совершенно по-новому. И всегда говорили, главное ее не кричать. Да. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви самой, а шумел тот клен. Любовь, как сон, стороной.